сегодня хочу познакомить вас со своей методикой работы с юными пианистами. Многое, о чем я буду говорить, связано не только с моим личным опытом, но и с теми знаниями, которые я получил от моих дорогих учителей. Я учился у Регины Самойловны Боровиц, родной сестры Владимира Боровиц. Учился в ХАИКе, в Харьковском институте искусств. И у Татьяны Петровны Кравченко в аспирантуре при Санкт-Петербургской государственной консерватории. Моя методика состоит из трех основных направлений работы. Первое – духовное развитие, включающее в себя общение с природой, воздействие искусства и литературы, развитие творческих способностей, развитие личностных качеств. Второе направление – развитие внимания, памяти и мышления. Причем все эти качества я развиваю у детей дифференцированно. К примеру, меня интересует объем внимания, устойчивость, концентрация, распределение, переключение. Меня интересуют все виды памяти и мышления. И, наконец, третье направление работы – развитие профессиональных навыков. Развитие психомоторики, развитие ритма и развитие слуха. Моя методика зиждется на четырех психолого-педагогических принципах. Первый – дифференцированное развитие личностной структуры ребенка. Декларируют целью педагогики изучение и развитие личности учащегося. Овладение же различными профессиональными навыками и умениями может быть осуществлено только на пути к основной цели. Второй принцип связан с двухуровневым развитием детей. Все дети имеют физический возраст, который совпадает у миллионов учеников. В то же время дети имеют так называемый актуальный возраст, то есть та деятельность, которую они совершают самостоятельно, без помощи взрослого. Кроме того, у каждого ребенка существует зона ближайшего развития, а именно те задачи, которые ребенок может решить только с помощью взрослого. От мастерства учителя, от его интуиции, от его опыта зависит верная постановка задачи. И вот движение от актуального возраста в зоне ближайшего развития и есть взросление ребенка. Послушайте несколько исполнений сложнейших сочинений фортепианной литературы, которые осуществляются совсем юными исполнителями. Thank you.
формированием и развитием мотивации к учению. Дело в том, что вне интереса обучение детей невозможно. А вызвать интерес ребенка можно, лишь руководствуясь целым рядом определенных требований. Надо сказать, что вся моя методика пронизана вот теми положениями, о которых я буду говорить в связи с этим принципом. Первое и очень важное положение – это личностно-гуманный подход к ребенку. Педагога всегда должно интересовать не только то, как ребенок готов к уроку или как он учится, но вся жизнь ребенка. Лишь интересуясь его душевными проблемами, его радостями, его печалями, педагог может интенсивно воздействовать на развитие ученика. Личностно-гуманный подход связан с постоянным поощрением успехов ребенка. И здесь хочется сказать, что похвала ученику подчас приносит значительно больше пользы, чем назидание. На рояле играть? Да. Да? А почему? У меня есть инструмент дома. Я не знаю, как они у меня появились. У меня флейта, металлофон, гитара, маракасы, этот... Скрипки нет? Нет, скрипку уже купили, только она не настроена. А, понятно. Ну, ты на всех инструментах уже играешь? Нет, я просто веселюсь. С инструментами веселишься, да? Веселюсь и играю на них. А почему тебе на рояле нравится играть? У меня же и барабан есть. И барабан есть, понятно. Так а теперь я прошу ксилофон, саксофон, трубу, гармошку, валтоны, ложечки, крышки и треугольнички. И будет оркестр целый, да? Да. Но ты можешь все-таки на мой вопрос ответить? Что? Почему на рояле нравится играть? Нравится или не нравится? Ну, я же уже вам сказала, что? Нравится. Все-таки нравится. А почему, не знаешь? Почему? Потому что я разбиваю хорошие вещи, вот почему. Музыку хорошую, да? Да, это нравится. Какая тебе больше нравится, музыка веселая или грустная? Нет. Угу. Веселая. Веселая? А почему веселая? Веселая? Потому что она веселая. Следующее положение, связанное с принципом формирования и развития мотивации к учению, декларирует необходимость в юном возрасте все учение базировать на игровом методе. Дело в том, что вне интереса ребенка в 5-6-7-летнем возрасте, да подчас и в более старшем возрасте, немыслимо. Если ребенку не интересно учиться, мы отторгаем его от искусства, от музыки, от игры на инструменте. Но в то же время мы обязаны привить ребенку очень многие сложные профессиональные навыки. Как это сделать? Должен сказать, что практически все профессиональные навыки и все методы работы, которые я рекомендую детям, в частности, и самостоятельной работы, они связаны с игрой. Позже я продемонстрирую множество методов развития детей
профессионального развития детей, основанных на игровом обучении. Сейчас в качестве примера посмотрите, как я провожу первый урок, связанный со знакомством ребенка с инструментом, регистрами, клавиатурой, названием нот. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Вова. А меня зовут Виктор Львович. Ты знаешь, как называется инструмент, на котором ты хочешь играть? Знаешь? Ага, рояль. Рояль. А ты знаешь, что рояль очень-очень похож на человека? Нет. А вот я сейчас попробую это тебе доказать. Хочешь с роялем познакомиться? Да. Вот тебя зовут Вова, да? Да. Меня зовут Виктор. А ты знаешь, что у рояля тоже есть имя? Знаешь? А вот давай посмотрим, есть или нет. Вот подойди к роялю. Видишь, там написано? Да. Видишь, что-то написано? Вот этот рояль зовут Блютнер. 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 А у нас пианино Блютнер. Дома пианино Блютнер, да? Mm-hmm. Прекрасно. А вот этот рояль Блютнер зовут. Это немецкий рояль, его в Германии сделали. А вот еще есть еще один рояль, подойди к нему, посмотри. Вот этот рояль зовут Фёрстер. Фёрстер. Видишь? Mm-hmm. Два рояля, два разных имени, да? Uh-huh. Подойди, Катя, подойди. Так, значит, рояль похож на человека тем, что у него есть имя. Имя. Так, теперь давай так подумаем, у тебя ноги есть? Есть. И у меня есть ноги. А есть ли ноги у рояля? А ну посмотри. Нет. А ну сколько ног, давай считать. Три. А где три? Раз, два, три. Так, три ноги. Поднимайся. Хорошо. Что кроме ноги, что кроме ног есть у рояля? Есть. И имени. Голос есть у рояля? Голос есть, это да. А ну-ка, на, покажи, где голос. Вот. Вот это. Подожди, давай не будем торопиться. Значит, у рояля есть голос. Да. Да, как и у человека. Но самое главное, что есть у рояля, знаешь что? Это его душа. Душа. Вот у рояля в душе есть добрые струны. У людей тоже есть в душе струны. Есть злые струны, есть добрые струны. Да, вот если добрые струны, то человек какой? Добрый. Добрый. А если злые, то? Злой. А вот у рояля только добрые. Давай на них посмотрим. А ну-ка, пойди посмотрим. Можешь на стульчик, кстати, залезть тут. А ну-ка. Нет, на стульчик, кстати, на стульчик. На стульчик с ножками залезь туда. Вот так. Ну конечно, смело залезь. Так. А ну-ка попробуй на струны эти подергать. Давай. Пощипай вот так. Да, молодец. А дальше залезь туда. Хорошо. Нравится? Нравится? Очень хорошо, слезай сюда. Так вот, у рояля в душе очень много историй, очень много сказок. Если ты его полюбишь, и роялю это понравится, он тебе эти истории, эти сказки расскажет. Значит, у рояля есть имя, есть ноги, есть голос, да, и есть душа. И рояль похож на человека. Совершенно верно, умница. А представляете, если было еще сердце. А есть ли у него сердце, как ты думаешь? Есть. А где же оно? Его можно услышать? Вот как оно бьется, можно услышать? Да. А когда можно услышать? Когда, наверное, на рояле играют, да? Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а рояль умеет улыбаться? Умеет. А вот закрой крышку. Так, теперь поведи ко мне. Улыбнись сам. Вот, зубы показываются, да? Ну еще раз. Вот. А я как улыбается, покажи. Чем улыбается? Клавиатурой своей улыбается. Видишь, ты открыл крышку, он тебе сразу улыбнулся. Да? Ну хорошо, молодец. Да? Познакомились. Вот сейчас ты мне нажми
клавиши на клавиатуре в разных местах. И скажи, одинаково ли они звучат? Ну попробуем. Внизу нажми, внизу вот там, в самом низу. Вот здесь нажми, да. Так, и посередине нажми. Так, и в самом верху нажми. Вот здесь. Одинаково ли звучат клавиши? Я имею в виду, знаешь что? Что? Звук. Где у нас толстый такой? Тяжелый, да, звук? А где звук тоненький? Очень хорошо. А где средний? Так. Значит, на рояле звуки не одинаковые, правда? Есть звуки тяжелые, толстые, да, они внизу, да? Есть звуки тоненькие, легкие, они где? Вверху. Есть и не такие, и не такие, и не толстые, и не тонкие. Они посередине, да? Угу. Вот я сейчас тебе дам фотографии животных и птиц. И ты постарайся мне расставить их на клавиатуре в зависимости от того, какие это животные. Маленькие, большие, тяжелые. А ну-ка попробуй. Это кто у нас? Медведь. Это медведь, Мишка, да? Ух, какой Мишка замечательный. Это ты его где ставишь? На низ. Вниз. Так, дальше кого ты ставишь, покажи. Это кто? Собачка. Это куда ты ее поставил? Посередине. В середине клавиатуры. Вот там у нас медведь, а тут собачка. Дальше. Это кто? Лиса. Лисичка. Ты ее поставил где? На верхний. На верхний поставил. Ты думаешь, что это наверху должно стоять, да? А мне нравится лисичка. Ну хорошо, пусть попробуем наверху, ладно. Дальше. Молодец. Малыш, а кого бы ты хотел на рояле изобразить? Скажи, кого? Какое животное? Мишку хотел. На берету, карточку, берету открытку. Мишки бери. Вот хорошо. Вот хорошо. Сейчас мы его будем изображать. Хорошо? Малыш, прежде чем изобразить медведя на рояле, давай попробуем его изобразить. Как будто бы вот ты медвежонок, а я медведь, и мы друг вот друга друг на друга будем идти. Давай попробуем. Давай. Ставим. Давай. И издавай звуки медвежьи. Издавай. Теперь давай попробуем изобразить медведя на рояле. Хорошо? Вот так. Thank you.
принцип сотрудничества с родителями. Совершенно ясно, что воспитание ребенка в классе по специальности, его профессиональное развитие немыслимо без воздействия семьи, во-первых, и без сотрудничества учителя с семьей. Я сравниваю воспитание и развитие ребенка с полетом птицы. Есть замечательная птица, птица счастья, которую делают на севере России, в Архангельске. У этой птицы два огромных крыла. По моему мнению, одно из них – это родители, семья, другое – это учитель. Ребенок находится посредине. Птица находится в полете лишь тогда, когда крылья работают синхронно. Принцип синхронности очень важен для воспитания семьей и учителем юного музыканта. Если есть синхронность, птица летит и достигает своей цели. Если есть разлад в работе крыльев, птица может погибнуть. Для более интенсивного развития внимания, памяти и мышления я использую целый ряд упражнений, методических приемов, которые на первый взгляд не связаны с музыкой. Это и специальные таблицы с цифрами, это и специальный счет на перекрест, это и целый ряд приемов на развитие оперативной или долгосрочной памяти, это изучение репродукций. Мне кажется, что специальное воздействие на все виды внимания, памяти и мышления в раннем возрасте приводит к совершенно неожиданным, я бы сказал, потрясающим результатам. Ребенок, кроме того, что он очень быстро начинает развиваться и охватывать сложнейшие полотна фортепианной литературы, он становится иным в жизни. Его жизнь приобретает какой-то удивительный смысл. Ему перестает быть как бы все равно, чем он занимается, к чему он стремится, для чего он учится. Ребенок, испытавший в раннем возрасте силу воздействия эстрады, ситуацию выхода на эстраду, ситуацию успеха, уже никогда не сможет от этого отказаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Молодец. Thank you.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
красиво снять и положить. Еще на одной фотографии и найди здесь лишнее и объясни, почему она лишняя. Отойди чуть-чуть в сторону, чтобы я тоже их видел. Вот так я их приближу. Итак, это вот первая фотография, это что? Ножики. Кинжалы, да? Кинжал. На второй что изображено? Шапка царская. Дальше. Сабля. И пистолет, это пистолет. Пистолет. И как ты думаешь, какая же тут фотография лишняя? Внимательно посмотри на них и скажи. Вот это. Умница, почему? Потому что тут все оружие. Так. А это не оружие, это простая шапка. Шапка, это одежда, да? Да. Молодец, умница. Наугад вытащим открытку. Ну вот хотя бы эту. Как она называется? Она называется «Дети в гуще».
тучи от грозы. Так, автор кто? Маковский. Маковский, очень хорошо. Давай теперь по памяти ты мне ее опишешь. Что на этой картинке изображено? Две девочки, мостик. А как две девочки? Одинакового возраста две девочки? Ну, нет, одна большая, другая маленькая. Видимо, сестричка это, да? А сестричка сама идет или что, девочка помогает ей как? Что? Да, другая девочка помогает. А что она делает? Ну, идет. Она ее несет, несет. Как ты думаешь, это деревенские дети или городские? Ну, кажется, городские или деревенские. Так городские или деревенские? Деревенские. А почему ты думаешь, что они деревенские? Ну, что у них сапога или там тушь. Босиком бежит, да? Одежда у них очень простая, да? Так, а где они были, как ты думаешь, дети? Ну, где-то там были. В поле, кажется. А вот посмотри, что в корзиночке у девушки, у девочки видишь? Что здесь? Ну, где-то. Грибы. Значит, где они были? Лесу. Они были в лесу и собирали грибы, да? Mm-hmm. А что такое гроза? Гроза? Да. А вот так она рисуется. Это молния. Вот так. Это молния. Еще бывает гром, да? А гром вот так рисуется. Ну, гром мы слышим, правда же? Значит, гром, молния, и обязательно идет дождь, правда? Это плохая погода или хорошая? Спасибо, спасибо, мама, спасибо. Вы курс фломастера. Ты мне сейчас их отложишь по клавиатуре, только будешь рассказывать, вот я буду говорить себе, ты будешь его класть на клавиатуру по ноткам до. Хорошо? Давай красный цвет положи, пожалуйста. На нотку до на первую лицо. Хорошо. Теперь положи желтый. Теперь положи голубой. На следующую нотку «Б» положи голубой. Вспомни, какой голубой цвет. Молодец, молодец. Теперь положи оранжевый. Хорошо. Хорошо. Теперь положи коричневый. Умница. Положи теперь зеленый. Зеленый. Хорошо. Умница. Розовый положи и сиреневый. Розовый поправь, чтобы он красиво лежал. Хорошо. А теперь давай с тобой попробуем посчитать. Сколько же здесь у нас ноток до? Посчитай, пожалуйста. Девять. А ну-ка посчитай, чтобы я видел слух. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь сейчас давай попробуем с тобой придумать сказку. Угу. Первый цвет какой? Красный. Вот какие овощи бывают красные? Бывают красные. Помидор бывает красный? Помидор. Помидор. Жил-был? Помидор. Помидор. На него светило? Желтое? Солнце. Солнышко. Из? Из голубого? Голубого. Ну, солнышко где находится-то? Из голубого? Небо. 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 Ты что, забыл, где солнышко находится? Нет. Я не забыл, я просто забыл, как... Небо. Слово небо забыл, да? Понял, хорошо. Следующий цвет оранжевый, оранжевый, да? С помидором очень захотел подружиться кто? Кто бывает? Что бывает оранжевое? Оранжевое бывает... Апель. Апельсин. Апельсин. С помидором очень захотел подружиться апельсин, да? Он рос, где рос апельсин? Апельсин рос... На дереве, на дереве, у которого был коричневый, посмотри цвет, коричневый следующий, видишь, да? У которого был коричневый ствол, и зеленые? И зеленые листики. Зеленые листики, совершенно верно. Апельсин захотел пойти в гости к помидору, да? Угу. И решил приготовить для него подарок. И что же он мог подарок принес? Следующие два цвета какие? Посмотри. Розовый и сиреневый. И что он в подарок принес апельсину? Помидору. Он принес ему... Розовый цвет. Что бывает розового цвета? Варенье бывает розовое? Розовое варенье и сиреневое. Что бывает? И веточку, сирень. Веточку сирени, цветок, да? Да.
Да, и цветочек сирени. Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, подходи к каждому цвету и рассказывай эту историю еще раз. Паш, прошу. Давай. Жил-был помидор. Так. И светило солнышко. На него светило солнышко? На него светило солнышко из неба. Из какого неба? Из голубого неба. Дальше. И с помидором захотел? И с помидором захотел подружиться апельсин. Да. Дальше. И он захотел, апельсин рос на? На дереве. Дереве с коричневыми стволом. Стволом. И ветками, да? И зелеными. И зелеными листиками. Так. И он решил приготовить для помидора подарок. Какой? Подарок. Банку варенья розового, банку, да, из листовой розы. И цветочек. Посмотри на клавиатуру. Розовый цветочек. Это не розовый цветочек, это сиреневый цветочек. Сиреневый. Сиреневый цветочек. Хорошо. Хорошо, теперь собери все фломастеры. Собери их, пожалуйста. Только быстренько собери. Так. Очень хорошо. Очень хорошо. И разложи их, как они лежали, пожалуйста. По ноткам до. Молодец. Теперь отвернись. Отвернись. Нет, отвернись от клавиатуры. Я сейчас к клавиатуре повернусь. Отвернись. Вот так стоит. И теперь называй цвета по памяти. Первый цвет какой? Красный, желтый. Дальше. Голубой. Так. Оранжевый. Умница. Дальше. Коричневый. Дальше. Зеленый. Дальше. Розовый. И цветочек. И сиреневый. Сиреневый, совершенно верно. Молодец. Молодец, умница. Как часто в повседневной профессиональной практике мы сталкиваемся с проблемой технических трудностей в сочинениях фортепианной литературы. Как часто дети, обладающие прекрасными способностями слуховыми, личностными, скажем, прекрасной эмоциональностью, скованы чисто техническими проблемами. Я хочу продемонстрировать вам ряд игр, с помощью которых я формирую пианистический аппарат. Дело в том, что, на мой взгляд, детям 5, 6, 7 лет нельзя говорить о физиологии, нельзя говорить о том, как рука должна двигаться, как палец должен опускаться, подниматься. Потому что концентрация детского внимания на этих проблемах снижает мотивацию к учению. Если же те же самые задачи решать с помощью игр, ребенок значительно интенсивнее формирует, как бы сам формирует свой пианистический аппарат. Почему? Потому что в играх
основе игр обязательно лежит эмоциональное начало. Известно, что любая деятельность, которая окрашена эмоцией, совершается, во-первых, энергичнее и, во-вторых, значительно быстрее. Не хочу. В двухэтажном домике жили пальцы. На первом этаже жил старший брат, первый палец, да? Он вставал утром, вытянет так ручки, вот так сделал, и делал зарядку. Теперь в другую сторону. Делай вот так, вот. На втором этаже домика жили его братья. Второй пальчик, посмотри сюда, второй пальчик, третий пальчик, четвертый, пятый пальчик. Где у тебя второй пальчик? Ну подними второй пальчик. Вот. А третий где пальчики? Умница, четвертый где? Пятый. Молодец. Первый пальчик вставал раньше всех и будил своих младших братьев. Сначала подходил ко второму пальчику, целовал его в лобик, а ну поцелуй. Молодец. Потом третьему пальчику подходил, целовал в лобик. К четвертому, к пятому. Умница, молодец. А второй пальчик не проснулся, еще раз его надо разбудить. Второй. Второй. Не проснулся второй палец. Так. Четвертый не проснулся, еще надо разбудить. Четвертый. Сильнее буди. Четвертый, не надо же другие будить, маленькие. Пятый теперь разбуди. Второй не хочет вставать. Еще раз второй. Второй. Вот. Третий теперь. Третий. Так. Пятый. Молодец. Четыре. Молодец. Потом пальчики делали зарядку. Ну какую зарядку могут делать пальчики? Ну, давай вторыми пальчиками сделай зарядку вот такую. Подними ручки. Поставим так ручки и только вторыми пальчиками делай зарядку. Третьими пальчиками вот так делай зарядку. Вот. Четвертыми. Пятыми. Хорошо. Теперь вот такая зарядка будет. Сделай так, поставь так пальчики. Давай я буду держать вот эти. Пятый поднимай пальчик. Делай зарядку. Умница. А ну-ка на этой ручке пятый делай зарядку. Давай. Хорошо. Теперь на этой ручке четвертый пальчик делает зарядку. Выше поднимай его, выше. Выше. Сгибай правильно только. Вот так. Давай. Только четвертый. Хорошо. На этой ручке четвертый делай зарядку. Так, молодец. Здесь будет третий пальчик. Давай. Хорошо. Здесь третий пальчик. Давай. Выше. Так. Здесь будет второй пальчик. Давай. И здесь второй пальчик. Очень хорошо. После того, как и первый палец, и остальные пальцы умоются, покушают, они садятся в карету и едут к бабушке. Да? Да. Давай. Сейчас мы, чтобы сок от копыт у нас был слышен. Давай. Сок от копыт. Знаешь, как это? Помнишь, да, как копыта цокают? Теперь давай пальчики едут к бабушке для того, чтобы песенки и петь стишки читать, да? Они приехали к бабушке, и бабушка им сказала,
дорогие внучата, прежде чем я вас послушаю, погуляйте по саду. А знаете, как по саду гуляют? Вот вторые, третьи сначала гуляют. Вот так, а ну погуляй, погуляй. Ко мне приди. Так, так, так. И назад, второй, третий, давай. Оп, 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 назад иди, назад. Вот. Хорошо. Теперь третьим, четвертым, третьим. Четвертым, четвертым. Вот четвертым и третьим давай гуляй. Оп, 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 оп. Так, а теперь попробуем четвертым и пятым. Оп, оп, оп. Хорошо. Бабушка расставила стулья, посадила на них своих внучат, и они начали рассказывать стишок, да? Мы делили апельсин. Вот давай вторыми пальчиками сначала, давай. Мы делили апельсин. Сначала вторыми пальчиками. Мы делили, нет, по очереди. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Теперь третьими давай. Это только для ежа. Четвертыми. Это только для стрижа. Дальше. Для чижа. Дальше как? Пятыми. Это только для кутя. Дальше. Вторыми. Это только для котя. Четвертыми. Это только для бобра. Третьими. Третьими. А для волка кожура. А теперь все вместе. Он сидит на нас, беда. Разбегайся, кто куда. Молодец, умница. А теперь попробуем, знаешь, как рассказывать стишок. Тут она так для себя красиво, ручку положи. Смотри, вторые и третьи рассказывают. Мы делили апельсин. Потом третий и четвертый. Много нас, а он один. Попробуй. Давай, вторые и третьи. Мы делили апельсин. Третий и четвертый. Много нас, а он один. Четвертый и пятый. Это только для ежа. Четвертый и третий. Это только для стрижа. Да? Или для стрижа. Ну, можно это. Можно и так. Дальше. Третий второй. Это только для утя. Нет, правильно. Третий и второй. Это только для утя. Второй и первый. Это только для котят. Дальше. Третий и пятый. Это, давай, это только для, нет, не для чижа, для бобра, бобра, четвертый и второй, а для, четвертый и второй, маленький, а для волка кожура, третий и первый, он, давай, третий и первый, он сердит на нас, беда, третий и пятый. Раз, третий, пятый. Разбегайтесь, кто куда. Молодец, молодец. Мы сейчас поиграем в такую игру, которая называется «Воробей и кошка». «Воробей и кошка». Значит, вот в таком домике, вот это у тебя будет домик, да, вот здесь, вот этот домик, живет воробей. Воробей первый пальчик у нас. Вот он, видишь? Клюв у воробья чуть-чуть загнут, видишь? И остренький, остренький. Значит, это домик воробья, вот это крыша, да? Воробей очень любит в домике находиться, и вот здесь окошечко, видишь, и выглядывать. Видишь, в окошечко выглядывать и со своими друзьями разговаривать. А ну-ка, выгляни в окошечко. Выгляни, оп, как выглядываешь. А домик, видишь, красивый домик. Но больше всего воробей любит клевать зернышки во дворе. Вот так, видишь? Оп, клюв, а ну-ка, клюзет, только клювик загни, вот. И тут поклюет. Вот, хорошо, хорошо. А кошка, а вот эта ручка, у тебя будет кошка вот так. Красавица. Она хочет воробья, что? Сцапать. Давай сначала я тебя попробую. Да. А ты клюзёночку. Клюзёночку. Подпускай меня, подпускай, потом стреляйся в домик. Оп! Нет, смотри, малыш. Вот смотри. Оп! И спрятались в домик. Понял? Домик только красивый сделал. Красивый домик. Клюзёночку. Да. Клюзёночку. Первый пальчик, клюзёночки, я сейчас тебе буду цапать. Так, нет, еще раз давай. Так, а ну-ка сам себя теперь, сам давай, кошка ты будешь. Только клюзёночки, клюзёночки. То есть подойди к воробью, куда ты идешь. Вот отсюда его, на край, все клюзёночки. Клюй, давай, и цапай себя. Как и надо, смотри, вот клюёшь, клюёшь, оп,
Хочешь сцапать и спрятаться? Заново попробуй. Попробуй, давай. Клюй, зёбрик, и клюй. Цапай, цапай себя. И прячься. Вот в эту игру поиграешь, думаю. Хорошо? И еще давай. Вот первая игра, которую мы с тобой поиграем, называется подвесной мостик и овечка. Ты знаешь, что такое подвесной мостик? А что это такое? Это... Это мостик, который качается, да? Вот его перебрасывают либо через небольшую речку, да, либо через овраг, правда? Значит, вот это будет один берег, а это будет второй берег. Вот это берег и это берег. И вот мы сейчас перебросим мостик с одного берега на другой. У меня третий пальчик придержать буду. Попробуем присядь. Ножки хорошо поставить. Вот подвесной мостик. А ну-ка сейчас посмотрим, он сейчас качается. Как качается, смотри, здорово. Ох, замечательно. Есть такой стишок. Течет речка, через речку мостик. На мосту овечка, у овечки хвостик. Да, хвостик. Овечка пришла на мостик. Пришла на мостик и стала его вот так вот раскачивать. Подай, стала раскачивать. Да? Овечка мостику очень понравилась, и он стал ее подбрасывать вот так. И они подружились и стали вместе танцевать вальс и гулять. Раз, два, три, 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 раз, три, раз, два, три, два, три, раз, два, три. Мягкая ручка, повисает ручка, мягкая, повисает, повисает. Раз, два, три, раз, два, три. Молодец. Ну давай красиво вальс сыграем с тобой. Давай. Ну играй. Раз, два. Смотри, вот правая рука у меня будет кузнецом. Вот, а кузнец сидит на своих лапках на нотке до. А левая рука будет лягушка. И вот лягушка, она обычно кузнеца хочет что? Съесть. И вот она к нему подкрадывается, и только его хочет сцапать. А кузнец, смотри, посмотри, вот подпрыгивает вверх, повисает вот так, и садится на новую травинку. Только хочет лягушка его опять сапать, он опять повисает вверх, подпрыгивает вверх, повисает и садится на новую травинку. А ну-ка сам попробуй. Давай, знаешь, как мы сейчас сделаем? Сначала я буду кузнецом, а ты будешь лягушкой. Давай. Давай, цапай. Молодец. А теперь сам будь кузнецом и лягушкой. Давай. Так, повисай. И на ре садись. Оп. Повисай, на ми садись. Цапай. Оп. Хорошо. На фа. Оп. Повисай в воздухе. Повисай вот на соль. Так ты ж цапай левой ручкой. Цапай. Оп. Вот так. Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Так. Теперь давай попробуем поиграть еще в одну игру. В маленьких кузнечат. Это большой кузнец, он дразнит лягушку, от нее убегает. А вот маленькие кузнечата, они дома веселятся и прыгают вот так. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. А ну попробуй, маленький кузнечат. И два, и раз, 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 и два.
Сейчас давай попробуем с тобой двумя ручками изобразить маленький кузнечак. Я буду аккомпанировать, а ты будешь мне играть вот так. И два, и раз, и два. Дальше. Нет, двумя ручками, давай. Двумя. Давай. Раз. Про стрекозу и муравья. Помнишь? Смотри. Летела стрекоза. Летела. Видишь, как крылышками она размахивает. И села, и собрала крылышки. Вот так пальчики собрала. А ну вот, покажи, как единицы. Села. Вот видите пальчик? Села. И собрала крылышки. Очень хорошо. Потом она увидела внизу муравья. И села к муравью. На любую черную клавишу. И собрала крылышки. Растопи их сначала. И собери. Очень хорошо. А затем, начинается песенка. Вот такая. Левую ручку надо тут поставить, смотри. И бросить. Хорошо. Левая рука. Вот так.
быстрее, 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 быстрее. И бросишь. Хорошо. Еще раз. Не так. На вниз вот так. Баттерфляй называется. Плод цикла. Ручки повесили. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. И бросишь, чтобы за него упал. Еще раз. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз. И пусть болт. И два, и раз, и два, и раз, и два, и спасибо. И раз, и два, раз, и два, и раз. Пальчика.
давай на 5 почерк. Целый ряд игр, которые способствуют формированию пианистического аппарата, я руководствуюсь при этом целым рядом положений или принципов, очень важных. Для меня важно, чтобы ребенок мог дифференцированно управлять своим аппаратом, чтобы он мог управлять своим пальцем, чтобы он мог управлять кончиком пальца, крайней фалангой, чтобы он умел делать специальные упражнения на независимость пальца, вот такие. Это упражнения очень сложные. Не каждый взрослый их выполнит. Дети это выполняют, в конце концов, с легкостью. Чтобы, для меня важно, чтобы ребенок управлял запястьем, чтобы он свободно управлял каждой частью руки. Ведь в конце концов необходимо добиться, так сказать, ситуации, в которой корпус ребенка будет абсолютно, так сказать, подконтрольным ему, что он не будет зажатым, вес будет переноситься на кончик пальца. Это сложно, но вот эти самые игры, они способствуют формированию нормального, естественного пианистического аппарата. И вот этот принцип для меня очень важен, чтобы ребенок дифференцированно владел каждой частью руки. Для меня важно, чтобы пальцы были цепкими, чтобы они были подвижными, чтобы кисть была выносливой. От природы каждый человек как бы награждается Богом прекрасным пианистическим аппаратом, если он, естественно, здоровый человек. И если мы посмотрим на людей, которые идут по улице, мы обратим внимание, что у них сформирован пианистический аппарат. Может быть, он не очень хорошо развит, я имею в виду подвижность пальцев, но что касается округлости кисти, формы пальцев, ниспадание веса на кончик пальца, это все есть от природы. И как часто мы встречаемся с ситуацией, когда, начиная заниматься игрой на инструменте, мы эту природу начинаем ломать и добиваемся
В результате добиваемся неестественных, зажатых поз, состояния руки, а как следствие профессиональных заболеваний. Thank you.
в столь раннем возрасте такой технической оснастки? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Можно сказать, что это результат огромного труда ребенка, и это действительно так. Но можно также сказать, что это определенного рода система, благодаря которой, я имею в виду система работы, благодаря которой ребенок довольно быстро осваивает сложнейшие навыки пианизма. Конечно, мы много внимания уделяем работе над специальными упражнениями, над гаммами, над инструктивными этюдами. И я это сейчас покажу вам. Но кроме того, пианистическая техника, как известно, это еще и мышление, это еще и способность быстро представлять себе то, что нужно сыграть. И надо сказать, что в совокупности развития мыслительных способностей ребенка, связанных не только с овладением какими-то техническими приемами, но мыслительных способностей в широком смысле, они способствуют, безусловно, способствуют более интенсивному пианистическому развитию. Thank you.
Теперь, что касается коротких отрезков, их надо по позициям получить, левую ручку, пожалуйста. Thank you.
как бы, понимаешь, он получается такой немножко размазанный, не собранный, не остренький такой, а как будто бы говорит не с хорошей дикцией, а ничего не понятно, понимаешь? Павел должен чуть обязательно брать больше, короче, да. Thank you.
царя. Пожалуйста.
он проникал через кончики пальцев в тебя. Понимаешь? Сливаться как бы с роялем, чтобы без педали слушали. Thank you.
выигрывал ее, надо, чтобы она тренировала обязательно. Огромное значение
для духовного развития детей имеет их общение с природой. Мне очень важно с самых первых уроков каким-то образом дать понять детям, что мы часть природы, и относиться к природе с трепетом. А если учесть тот факт, что в дальнейшем, изучая музыку, мы постоянно будем обращаться к каким-то состояниям природы, будь это Бог, будь это какие-то переживания человека, будь это какая-то стихия природная, но без этого мы не сможем создать художественный образ. Мне очень важно, чтобы дети периодически общались с природой как бы наедине. Я стараюсь давать им специальные задания для этого. Уровней как бы постижения природы может быть несколько. Это может быть уровень чисто познавательный, когда ребенок узнает название деревьев, узнает, как зовется та или иная птица или насекомая. Этот уровень может быть чисто эмоциональный, когда ребенок воспринимает шум ветра как волнение, колыхание деревьев как трепет. Но для меня очень важен уровень ассоциативный, когда ребенок воспринимает природу как живое существо. Сколько лет этому дереву, спрашиваю я у ребенка, если у него дети, почему деревья соприкасаются своими кронами? Есть ли разница в том, как шумит береза и дуб? Какая разница в их как бы внутреннем существе? Попробуйте прикоснуться к стволу сосны и клёна. Понаблюдайте за насекомыми, похожи ли они на нас. Страдало ли дерево в своей жизни? Посмотрите на его ствол, посмотрите на его ветви.
возрасте очень важно понимать, что ребенок, обладающий интуицией, художественной интуицией, способностью фантазировать, неординарно мыслить, будет значительно интересней для слушателей и будет значительно разнообразнее передавать музыку. Я сейчас продемонстрирую вам несколько методических приемов, способствующих развитию художественного воображения. Сейчас мы поиграем с тобой с фломастерами. Хорошо? Закрой глазки. Закрой глазки. Теперь вытащи мне 3 фломастера и придумай какую-нибудь историю, какую-нибудь сказку. Ох, как хорошо. Пожалуйста. Это сиреневый цвет. Ну, пожалуйста, придумывай историю. Давай. Жила-была трава. Жила-была трава. Прекрасно. Она была зеленая. Да, зеленая трава. Дальше. Травы было море. Голубое. Сиреневое море было, да? Сиреневое море. Так. Трава с морем дружила? Трава с морем дружила. Дружила. Очень дружила. Море умывало траву по утрам? Умывало. Умывало. Очень хорошо. Дальше. И вот однажды пришел один человек и зажег все. И море зажег, и траву зажег. Так. И хороший это был человек? Очень. Это огонь, да, вот красный? Хороший это был человек? Ну, плохой. Он сжег и море, и траву, да? Ну и чем это все закончилось? Как ты думаешь? Кто-то помог все-таки морю и траве? Не помог. Потому что трава была один такой кусток. Трава вот так. Так может быть море траве помогло? Море же гореть не может. Угу. Да? Она помогла. Помогла. То есть человек зажег траву, да? А море потушило огонь и помогло. Верно? Да? Началась буря, и все залило, а потом еще снесла обратно. Молодец. Ну а теперь давай еще закрой разочек глаза и еще разочек вытащи фломастера и еще одну историю. Так. А я на минуту открыл глаза. Ничего страшного, открыл. Ничего, да. Итак, придумывай историю, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, это коричневый. Коричневого цвета, это розовый, это голубой. Жило было море. Опять море жило было, очень хорошо. Возле него был цветочек. Роза росла. Роза росла. Да. Дальше. И что такое? А, и возле них было дерево. Так, значит... было море, была роза и было дерево. И что же происходило там интересного? Просто они вот сами по себе жили, да? Не дружили, в гости друг к другу не ходили? Да не дружили. Дружили? Ну а как они дружили? Однажды дерево выставило на месте. Не могло подвижно ничего сделать. Она хотела море подарить цветочек. То есть дерево, правильно, и что? Роза. Так. А она не смогла достать своими ветками. Так. Уже доставала аж до отсюда, но не могла. И она это была зима, так. Когда уже... Зимой роза росла, да? А бывает так? Бывает. Думаешь, бывает? Ну, наверное, бывает. Может быть, это такая зима была добрая, что она не давала замерзнуть розе. Да? Ну, она была не такая, что холодная. Не такая. Не очень вот холодная. Это, понятно. Вот это такая. Понятно. Вот. И она до лета, до осени листочки уже почечки были, она уже трогала розу. Понятно. И когда уже лето было, она уже сорвала розу и дала... И подарила мне. Подарила мне. Спасибо. Спасибо. Молодец. Касаясь вопроса, связанного с формированием навыка интонирования у ребенка, хочу отметить, что в очень раннем возрасте научить ребенка сразу интонировать на инструменте,
одновременно и очень трудно, и очень легко. Трудно, потому что инструмент – это достаточно серьезное препятствие для развития данного навыка без переходного как бы этапа. Легко, потому что 5-6-летний возраст – это очень благодатный возраст для научения интонирования, потому что у малышей до 8-9 лет функционирует так называемая речевая функция, когда ребенок все, что слышит, может как бы воспроизвести на слух, не задумываясь о том, как это делается. К примеру, если в доме у ребенка говорят на нескольких языках, ребенок может научиться этим языкам без специального обучения. Поэтому с самого начала мы очень много внимания уделяем разучиванию стихотворений. Сначала небольших, потом более масштабных. Одновременно разучиваем пьесы с подтекстовками, постепенно убираем подтекстовки. И ребенок в конце концов понимает, что с помощью музыки можно говорить. И не просто говорить, а очень выразительно. Для ребенка инструмент и музыка становятся частью его речи, частью его общения с окружающим миром. Давай. Говорят, что к нам сегодня прибыл ветер-музыкант. Все, кто слышал, утверждает, что он подлинный талант. Да-да-да, не зря же он оголил столетний клен и листву, как приглашение на вечерний свой концерт, разослал без промедления и настроил инструмент. Да-да-да. А какой? Да вроде дудку. Вот уж нет, виолончель. А я слышал, что гадуку, ну а я слыхал свирель. Все не так, сосна сказала, музыканта я видала. Инструментик так себе, ведь играет этот ветер на простой печной трубе. Будем рассказывать по очереди. Хорошо? Я начинаю. Говорят, что к нам сегодня прибыл ветер музыкант. Все, кто слышал, утверждают, что он подлинный талант. Да-да-да. Не зря же он оголил столетний клён. Или столько приглашений на вечерний свой концерт. Разослал без промедления. И? Настроил инструмент. А какой? Да вроде дудку. Вот уж нет. Виолончель. А я слышал? Что гадуку. Ну, а я слыхал? Свирель. Все не так. Сосна сказала. Музыканта я видала. Инструментик так себе. Ведь играет этот ветер на простой печной трубе. Очень хорошо. А теперь попробуй, знаешь, как его рассказать? Одну строчку вслух, одну строчку про себя. Когда про себя, я буду закрывать рот вот так. Хорошо? Роман, тебе давай. Начинай. Говорят, что к нам сегодня все, кто слышал, утверждает. Да-да-да, не зря же. И листву, как приглашение, разослал без промедления. А какой? Вот уж нет. А я слышал. Ну а я слышал. И все не так. Музыкант. Инструментик. Ведь играет этот ветер на простой. Молодец, очень хорошо.
вопросы. Вот, скажем, спрошу тебя. Скажи мне, мальчик, как тебя зовут? А ты мне на этих же нотках, на фа и на сол, будешь отвечать. Меня зовут Вова. Посмотри, надо, чтобы количество ноток было такое же, как количество слов, слогов. Меня зовут Вова. Серьезное испытание для любого человека. Безусловно, оно серьезное для ребенка. Для меня важно, чтобы процесс подготовки к выходу на эстраду был таковым, чтобы ребенок, выйдя на эстраду, был абсолютно защищен. Я это называю избыточной защитой. Это термин шахматный. Помните, когда поле защищено несколькими фигурами? Вот мне кажется, что ребенок, как вот это поле, должен быть защищен многократно. И тогда его выход на эстраду будет связан с радостью. А защищен он может быть лишь в том случае, если будет целый комплекс мер. Это и разбор сочинения изначальный должен быть грамотным, и проучивание сочинения должно быть грамотным, и главное усвоение сочинения внутренним слухом. Мы специально работаем над артистизмом, мы специально работаем над определенного рода движениями, связанными с той или иной музыкой. Постепенно это становится для ребенка естественным, и он уже сам реагирует руками, либо головой, либо корпусом на ту или иную музыку. Но все же хочу подчеркнуть, что мы специально работаем над артистизмом. Мы специально работаем над выходом, над поклоном, над сосредоточением перед игрой. Каждый мой ученик
перед тем, как прикоснуться к инструменту на эстраде, должен закрыть глаза, сконцентрироваться и обратиться к Богу. Попросить его о чем-то своем. И только затем представить сочинение, которое он должен играть, и начать играть. Для меня очень важно в работе, скажем, над артистизмом, какие у ребенка глаза в момент игры, что они выражают. И я очень много внимания уделяю работе с зеркалом. Это методический прием, который дает возможность как бы приоткрыть душу ребенка. Мы через зеркало разговариваем с ребенком глазами. Затем я убираю зеркало, и мы говорим без него. И затем я прошу ребенка представить себе, что он обращается глазами ко всем тем людям, которые сидят в зале, и каждый нюанс, каждую деталь сочинения, музыки, каждое состояние, мгновение музыки он глазами передает публике. Таким образом воспитывается не просто артистизм, а постоянное, живое, возвышенное, трепетное состояние в момент исполнения. Хотел бы подчеркнуть, что в течение этого фильма я показал лишь только
малую часть того, что происходит в классе по специальности, это естественно. Но какие-то очень важные, или, может быть, главные вещи я все же показал. Я глубоко убежден, что обучать музыке нужно всех здоровых детей. Я глубоко убежден, что любого ребенка, имеющего хорошую, заинтересованную в его развитии семью, можно и должно научить играть на рояле. И мне почему-то кажется, что огромное число детей может научиться этому профессионально. Но даже если это будет просто для себя, на хорошем профессиональном уровне, мне кажется, что жизнь каждого ребенка станет интереснее, богаче. Нет радости больше для учителя, чем видеть счастливых, интересно живущих детей. Детей, для которых весь духовный опыт человека что-то значит. Детей, для которых музыка не является тайной за семью печатями, а открывается им и делает их и мир, их окружающий лучше. Спасибо вам за терпение.